Вадим Задорожный, коллекционер, президент Русской гильдии антикваров, владелец крупнейшего в центральной части России частного музея техники. Когда у вас появился интерес к технике? Появился с рождения, когда стал малышом, уже начал играть с игрушками, автомобилями, машинами и прочее. Отец был очень близок к технике, и, наверное, это с рождения появился интерес к технике. Стал собирать сначала детские игрушки, потом стал собирать антиквариат. Меня очень интересовала филателия, нумизматика. Ну и так постепенно. Но машины всегда были рядом. Вот. Когда появилась возможность, уже с конца 90-х годов, я стал формировать коллекцию автомобилей. С одной только целью, что эти машины не должны храниться в гаражах. Мысль была простая — создать именно музей, в котором рассказывалось о прошлом как европейского, мирового автопрома, так и машинах Советского Союза. Потому что, может быть, знаете, было ощущение того, что все уходит, все теряется, все исчезает. И во мне был определенный какой-то внутренний приказ, если так можно сказать, заниматься тем, чем я занимаюсь. Сохранять и популяризировать. Ну и в конечном итоге сначала возник маленький музей, в котором были выставлены первые образцы. Ну и потом, по мере как кости стали обрастать мясом, так и музей стал обрастать экспонатами. В основном это машины, которые и предметы, которые бытовали у нас здесь, в России, тогда в Советском Союзе, которые попали после Великой Отечественной войны в качестве трофеев, на которых ездили как офицеры высшего командного состава, потом те, кто приобретал у этих офицеров машины в 70-80-х годах, уже люди, которые понимали, что такое старый автомобиль и содержали его в относительно хорошем состоянии. Ну и потом уже, видимо, все эти усилия по сохранению вылились в то, что мне удалось собрать достаточно хорошую, на мой взгляд, очень яркую, уникальную подборку автомобилей не просто технических, а автомобилей, связанных с историческими деятелями, а автомобили разных бюро, точнее, ателье, автомобильных ателье, потому что машины тоже шились. По сути, вы могли прийти в ателье за мной и заказать себе машину. С вами сидел дизайнер, который рисовал некие формы, потом он под вас выстраивал эту машину, и вы на шасси машины, допустим, там, берем Делае 135-ю, а вы могли заказать себе кузов под себя с цветом, с определенным дизайном, и вы получали, ваш характер получил вашу характерную машину. Поэтому вот такие кузовные ателье существовали в 30-е годы, в 40-е годы, и здесь представлены в основном машины редчайшие в разных кузовных ателье Франции, Германии, вот, европейских, Чехии, машины с характером, я бы так сказал. Первый предмет в коллекции техники. С чего все началось? Это машина BMW желтенького цвета, вверху вы видите, 30-х годов. Она была создана, ну, как машина для поездок по горам, альпийских прогулок. Очень такая милая, симпатичная, с уникальной историей. Была найдена в Белоруссии, причем в таком достаточно плачевном состоянии. То есть весь корпус машины представлял собой большое корыто для коровы, которое ело из салона этого автомобиля. Вот. Ну, потом поиск деталей во всем мире, комплектация этой машины. Ну, соответственно, вот сейчас вы видите то, что вы видите, то, что стало. По какому принципу вы отбираете экспонаты в коллекцию? Нужно стать профессионалом. Конечно, есть у любого профессионала, как коллекционера, период ошибок и период поиска. Пока не произойдет становление, что нужно, что не нужно. Ну, это как в любой профессии, когда ты становишься профессионалом, ты уже в состоянии отбросить ненужное и взять нужное. Поэтому у меня тоже был свой период становления, когда, погружаясь в эту тематику, я уже понимал, что важное, что неважное, что является таким редким раритетным автомобилем, что нет. Но это такая учеба со своими ошибками, со своими там провалами, но в конечном итоге ты начинаешь разбираться и понимаешь, что надо, что не надо. Ну, это свойство любого профессионала. Я к себе так и вам, может быть, нагло, но причисляю. Как к вам попадают предметы техники? Ну, как вы знакомитесь на улице с человеком? Всяко бывает, понимаете, самая невероятная история, самый невероятный случай, поэтому нет системы. Банально, кто-то предлагает, знает, что есть музей, это уже когда он есть. А до этого, ну, существует же свой мир собирателей. Я какие-то вещи отслеживал, которые находились в той или иной коллекции.
в разный период люди или не соглашались, а потом соглашались эти машины продать, поменять. Ну, такой многолетний труд, в котором побеждает то, что многие коллекционеры такого небольшого, слава богу, характера, слава богу, что они есть, я это имею в виду, видя масштабность музея и такую правильную социальную, чисто человеческую задачу, которая здесь как бы перед вами представлена, они легче отдают свои автомобили, там, мотоциклы и иные предметы техники, потому что они понимают, что этот предмет не исчезнет. Ну, социальность все равно с годами у человека всегда возникает. То есть, как бы, понимание того, что важно, что ты сохранил, куда оно пойдет. Или в какой-то гараж кому-то, и тогда люди ломать. Или это в музей. Вот в музей всегда выиграет. Как вам удалось купить два поезда? У нас немецкий поезд 40-го года. Он называется ТР, трофейный. Были приобретены много лет тому назад в Беларуси, они там продавались, вот так приобрел, привез, поставил на ход поезда ходовые. Вообще у нас музей, в котором вся техника находится в исправном состоянии. Поэтому у нас музей живой истории. Какие образцы техники из вашей коллекции считаются по-настоящему редкими? Ну, первый — это я, образец, да. А все остальное, ну, знаете, как в семье, каждого ребенка ты любишь по-своему, но они все твои дети. Поэтому я считаю, что вот целостность музея и каждый предмет, он, ну, как мозаика, создает портрет. Поэтому я не могу сказать, что ценным эта машина или другая машина. Нет, каждая в своей весовой категории, она, конечно, ценна для меня и для музея. В вашей коллекции есть техника, которой более 100 лет. Как вы ее реставрируете? Во-первых, те предметы, которые более 100 лет, мы вообще не реставрируем. Потому что они были получены из разных мест, из Англии, даже из Латинской Америки. Эти предметы, которые выпуска самые ранние, 1899 год. Много лет назад удалось мне из Англии вытащить. Это один из первых автомобилей. Очень смешная машина, но... машина. И мы стараемся их поддерживать, как в любом музее, в том виде, в котором они к нам пришли. А если машины достойно сохранялись, допустим, есть машины, которые меняли владельцев своих там только в 30-40-х годах, и уже где-то там в замках, в каких-то гаражах мы эти машины приобретали и привозили сюда. То есть машина меняла своего владельца предыдущего через 60-70 лет, понимаете? Поэтому машины сохранились в очень достойном состоянии. Вот именно несут на себе белипок, да, запах эпохи. И мы стараемся их только поддерживать именно во времени. Это самое важное для любого антикварного предмета и машины в частности. Есть ли у вас конкуренты? Ну, наверное, я бы не сказал слово конкурентов, я бы сказал слово единомышленников, потому что здесь, слава богу, есть очень много достойных людей, которые занимаются тем же, чем и я. И я как-то часто думаю о том, что здесь нет элемента стяжательства. Потому что музей — это всегда содержание, это огромное количество расходных денег. Здесь это не бизнес, это, наоборот, отдача. Это отдача, внутренняя потребность. Да? Чтобы в стране была страна, страну нужно сохранить. Чтобы в стране была история, тоже нужно сохранить. Поэтому те коллекционеры, которые собирают и выставляют вещи, на мой взгляд, люди очень высокой гражданской позиции, очень крепко, по-настоящему, любящие историю своей страны и вот ту техническую часть прошлого, которую они представляют. Поэтому это не соперники, это коллеги. Есть ли в вашей коллекции машины, которые принадлежали первым лицам страны? Вот машина Сталина, которую вы можете увидеть в нашем музее, бронированная ЗИС-115. ЗИС-110 кабриолет Б, который принадлежал Лаврентию Павловичу Берии. Это сочетание вот этих двух машин само по себе уникально. Машина Сталина и машина Берии. Вот такая сцепка эпохи. Они как шли вместе, так и идут за собой. Машины, которые принадлежали генсекам и дарились Брежневу в 70-е годы, 80-е годы членам Политбюро или главам Компартии социалистических стран. Вот с левой стороны машина, которая в свое время
ЗИЛ-111, которую в свое время подарил Брежневу Хонекеру, главе германского государства, на этой машине ездил Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара, когда приезжали в Германскую Демократическую Республику, в ГДР, и они в этой машине дважды находились. Поэтому машины здесь во многом культовые. Машина Брежнева, машина Сталина, машина Хрущева, машина Хонекера, машины, которые обслуживали первых лиц, и они тоже дают представление о времени. Вот машина, которая с левой стороны, тоже ЗИЛ-111 закрытая. Подобной машине, это не эта машина, но произошло покушение, когда Брежнев въезжал в Кремль. Вот. И здесь много таких машин, которые как бы выезжают из истории и несут с собой такую вот легенду, одну из которых я вам только что рассказал. В каких исторических реконструкциях участвует техника из вашего музея? Мы в течение 11 лет проводим, и это действительно огромное спасибо Сергею Семеновичу, он дал старт танковым парадам 11 лет тому назад на Красной площади. И вот 11 лет подряд мы проводим на Красной площади выставку техники времен Великой Отечественной войны, как именно той техники, которая участвовала в парадах 7 ноября. Вы помните, что 7 ноября 1941 года техника, когда Москва, по сути, находится под линией фронта совсем рядом, Москва – город фронтовой, и никто не ожидал, что 7 ноября вдруг, это было традиционно, пройдет парад, и техника уходила на фронт. Соответственно, мы восстановили эту технику, нашли, где только можно, где только нельзя, и эта техника теперь представлена на Красной площади, представляется на Красной площади ежегодно уже 11 лет. Было у нас несколько парадов, которые были ходовыми, когда наша техника проходила колоннами, и я мечтаю, на самом деле, в 25-м году мы сейчас много реставрируем техники этого периода, сделать парад ветеранов, то есть парад техники, который воевала в годы Великой Отечественной войны. К сожалению, к 25-му году уйдут последние ветераны, а техника, те же ветераны, да, она останется, ну, благодаря вот усилиям моим и моих коллег, да, и вот это очень был бы важный срок в 25-м году, уже юбилей будет, 80 лет, по сути, победы, техника загромыхает, вот ветераны пройдут, но уже видим, можно посадить туда молодых курсантов, танкистов, военных училищ, это будет такая красивая эстафета, но вот ветераны останутся, там волосы даже дымом поднимаются, насколько можно это сделать красиво, монументально. Считаете ли вы экспозицию музея полной? Конечно, не полной. И, конечно, предел безумия он безграничен. Ну, все упирается в финансовые возможности и прочее, прочее, прочее. Мы же частники. То есть самая большая проблема в том, что музей существует вопреки. Мы платим все налоги, как предприятие, земельные и иные налоги, за право, как это ни страшно и смешно, да, рассказывать в истории нашей страны, не беря у государства, как другие федеральные музеи, деньги на это, наоборот. То есть мы делаем это абсолютно искренне. И, конечно, в этом плане законодательство абсолютно не отрегулировано. То есть у нас правое плечо болит, от удара хороший ты парень. Но с точки зрения помощи, фактической помощи, к сожалению, пока она не отработана, я надеюсь, что в ближайшее время может быть. История частных музеев как-то возьмется на хорошую заметку и будет правильно оценена. Во всяком случае, уберут определенные налогообложения. Мы касаемся, допустим, самолетов. Вот у нас коллекция 14 летных самолетов. 4 самолета Первой мировой войны, но остальные самолеты Великой Отечественной войны. Они летные. Единственные экземпляры с красными звездочками. Вот они летают на разных мероприятиях, наши самолеты. В стране их больше нет. И мы платим транспортный налог за каждый самолет. Как за лошадиную силу? Как это называется? Вот все. Если ты добрый, значит, на тебе ездят. Вот, наверное, так. Приходилось ли вам садиться за руль своих экспонатов? Нет, редко иногда бывает. Знаете, как сорокащий на золотом чахне. Мне так жалко их иногда, знаете, столько труда. А потом, ну, дорога – это дорога. Меня папа всегда учил, когда я начинал ездить еще в юном возрасте. Сынок, всегда на дороге рассчитывай на дурака.
И когда ты выезжаешь на старой машине, вольно-невольно думаешь о том, чтобы что-то не случилось с этой машиной, чтобы не появился тот так называемый дурак, который врезался в эту машину, помял. Поэтому я стараюсь или ездить на машинах моего детства, «Волга» 21-я, там, в «Жигулёшке», или на таких машинах, которые, не могу сказать, не жалко, да? Которые не такие редкие, чтобы беспокоиться за них. Какую машину вы бы хотели приобрести в коллекцию? Я сейчас ищу машину, на которой ездил Феликс Умароков Эльстон. Именно живя в Париже, фотография этой машины у меня есть. Я думаю, что мы эту машину найдем, приобретем и подарим музею-заповеднику Архангельской, потому что это было бы очень уместно, когда в историческом пространстве появляется еще автомобиль, который ездил в этом пространстве, или на котором ездил хозяин, конечно, такая другая ментальность, я бы сказал, хорошая ментальность. Даете ли вы экспонаты для съемок в кино? У нас есть отдельная техника, которую мы можем предоставить. Киностудия «Военфильм». Мы сняли совершенно замечательные фильмы вместе с Игорем Игольником. Он как бы руководитель этой киностудии. Мы с ним ее поднимаем. Мы сняли крайние картины «Подольские курсанты», «Ученые плоды». Сейчас вышла картина, 4 серии картины «Позывные журавли» из цикла «Фронтовой разведки». И сейчас снята уже картина, которая будет показана, скорее всего, перед 9 мая. Это картина о народном ополчении, называется «По зову сердца». Соответственно, там есть экспонаты, которые снимаются. Это танки, это автомобили времен Великой Отечественной войны. Вот эта вот техника, она именно поддерживается, созданная для того, чтобы сниматься в кино. Здесь экспонаты музейные. Зная, как снимают порой кино, машины реставрируются иногда много-много лет, а у киношников другая задача – экшен. Да, поэтому мы практически не отдаем машину никогда. Какие эмоции у вас вызывает техника времен Первой мировой войны? Это много таких ярчайших поступков. Это такое лихачество одновременно. Это боевые летчики, которые честно делали свое дело, которые сегодня могут быть ярким примером для образа, как можно и как нужно служить своему отечеству. И этот музей у нас представлен из огромного количества оригинальных материалов, систематизированных, последовательных. И если у вас, допустим, когда я говорю об этом, такая расплывчатая картинка, попадая в этот музей, благодаря нашим экскурсоводам и систематике выстроенных вещей, вы начинаете понимать не только историю авиации, но вы еще начинаете, что такое была Первая мировая война, потому что наша картинка внутри этого музея – это рассказ, с чего начинается война. Она начинается с поезда, с отправлением. У нас все это изображено внутри, там, в форме таких специальных подач, класс обучения, полевые аэродромы. Это все музеи вы можете увидеть. Это госпитали, это еда, это окопная жизнь. Вам нужно это посмотреть. И логика всей этой экспозиции заканчивается одним из сражений на маленьком участке фронта, когда наша часовня удерживала натиск австрийцев и немцев. И был сбит уже купол церкви, и был сбит крест. И вот в вершине нашей экспозиции у нас солдат, русский солдат, он поднимает этот крест. Этот крест настоящий. Он с храма Ильи Пророка, который мы восстанавливаем, ваш покорный слуга. И он пробит пулями. В 20-х годах безумцы и сатанисты, они стреляли кресты всегда. И он такой крест-мученик. И вот этот последний образ, когда вы выходите, это образ, когда солдат поднимает этот крест, мученик, да, и символ в этом следующий, что бы ни происходило в нашей стране, все равно мы поднимем наше православие, все равно мы поднимем наше государство, все равно мы поднимем культуру, мы обречены на это, если не мы, то кто? Вы собираете не только технику, но и эскизы изделий Фаберже. Что это за работы? Коллекция Фаберже, рисунков Фаберже, была приобретена в начале 90-х годов. Это очень качественные эскизы,
которые утверждались самим Фаберже и его мастерами. Это доработка каждой детали. То есть, по сути, это изображение будущего предмета с прописью, какие камни, какая эмаль, какой размер. Ну, это как эскиз к тому, чтобы качественный законченный эскиз к тому, как должен выглядеть предмет мастерской Фаберже. Это очень важно, потому что акварель, вот эта эскизная, она дает совершенно другое представление, но мы видим всю подготовку, причем эта подготовка, она красивая, потому что перед вами акварель одного предмета в разных ипостасях описана, как бы история этого предмета, и он уже как бы получает родословную свою, это очень важно. Чем вас заинтересовали эскизы Фаберже? Есть такая пословица, которую моя бабушка говорила, от Адама до Потсдама, да, знаете, ну вот если человек сумасшедший, он сумасшедший до конца, поэтому, ну, история всегда меня увлекала, слава богу, хорошее образование, и это не только, да, это и литература, то есть долго и очень тщательно занимался французской поэзией, русским серебряным веком, русской поэзией, это все, знаете, как одно в другое складывается, поэтому... Ну, если хочешь быть счастливым, будь им, если хочешь грамотным быть, да, ну, нужно много учиться и, наверное, быть способным к этому. Вот у меня получилось, что вот то, что получилось. В музее Фаберже есть предметы, сделанные по эскизам из вашей коллекции? Во всяком случае, в оружейной палате однозначно есть эти предметы, потому что мы ряд эскизов публиковали в книге по Рюкерту, это мастер Фаберже, и у нас эти работы брали, не помню, там 5 или 6 работ брали как материал для того, чтобы, ну, более широко рассказать о творчестве Рюкерта. Вот. Да, конечно, есть. Что отличает профессионального собирателя от дилетанта? Грамотный цельный подход, систематика – это как от младшего научного сотрудника уже потом к профессуре. Вот уровень становления собирателя, он именно такой. Поэтому если ты от уровня ремесленника собирателя, да, перешел к аналитике предметов, поиску его прошлого, ты проследил всю его родословную, ты выставляешь этот предмет. Ну, это такой комплекс всего и вся. То есть вы нашли картину, допустим, вы ее приобрели, а после этого вы смотрите, на каких выставках эта картина могла быть, когда она была написана, в каком настроении, в каких коллекциях была. Ну, это вот как маленький пример того, что может сделать настоящий профессионал. Потом картина уже обрастает историей, вы пишете какую-то книгу или монографию, и она интересна для тех, кто увлечен живописью, кто хочет разобраться в творчестве того или иного художника, ну и тому подобное. Вы когда-нибудь разочаровывались в коллекционировании? Никогда не разочаровывался, никогда не хотел ничего бросить, наоборот. Знаете, есть ощущение, как будто бы ты бежишь, и у тебя барьеры. Когда нет барьера, тяжело, что-то неинтересно бежать. То есть проблемы это интересные, через них нужно перепрыгивать, поэтому нет. Знаете, это наоборот дает силу, когда иные жизненные какие-то проблемы возникают. Вот. Ты, приходя в музей, проходишь по залу, он тебя успокаивает. Ты медитируешь, ты смотришь, о, живут, и не зря, интересно, люди ходят, улыбаются, посмотрели, улыбнулись, дети, взрослые, послушаешь разговор, кто-то говорит, а у меня это было в детстве было, я ел, а я видел, а я играл с этой игрушкой. Понимаешь, что ты делаешь правильное дело, и на сердце как-то легко. В чем, на ваш взгляд, феномен коллекционирования? Это призвание, на самом деле, каждый означен на что-то свое. Вот вы означены на свой род деятельности, я означен на это. У каждого своя задача, наверное, это от Господа Бога, от родителей, от воспитания. Каждый получает в жизни то, что он должен делать. Ну, я делаю то, что я должен делать. Что для вас коллекционирование? Страсть, инвестиция или естественное течение жизни? Ну, все то, что вы сказали, в трех ипостасях, да, в один стаканчик. Это все именно так. Если бы в вашей коллекции мог остаться только один предмет, что бы вы выбрали? Музей.